Знаете, в чем разница между Гитлером и Аль Капоне? Гитлер умер. А Аль Капоне живет как король во Флориде. Его деменция прогрессирует. Я думаю, что это хорошо спланированная игра. Так к чему все это? Мы думаем, что ваш клиент может укрывать большие суммы денег. Основано на реальных событиях. Можете бросить эту затею. Эти козлы ходят здесь, осматриваются. Нерассказанная история. О его финальной главе. Такие парни, как ты, должны этому месту десятки миллионов. Если бы он только заговорил с нами. Он будет в ярости. Том Харди, мы обещали, что все это однажды станет великим. Капоне. Единственное, что имеет значение, так это то, что станет с его семьей.